На Советской 45 настоящий праздник. В Центр развития речи «Эдельвейс» вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пожаловал директор предприятия «Аренда и услуги». Здесь в рамках республиканской акции «Наши дети» развернулось сказочное представление, хоровод, стишки и, конечно, сладкие подарки. Мы ходим сюда каждую неделю к психологу, к дефектологу. Сегодняшний праздник – это, конечно, большое спасибо организаторам. Было все очень классно, детям очень понравилось. В этом арендованном центром здании предприятие запустило проект по модернизации. Косметический ремонт сделан уже в 10 помещениях. Малыши занимаются в уютных кабинетах. Установлены новые двери, покрашены потолки и стены. Вскоре строители возьмутся за фасад и второй этаж. Искали мы около года помещение, подходящее для нас. И я обратилась в горисполком для помощи в поиске помещения для нашего центра. И мне помогли, в частности, аренда и услуги. Большое спасибо за помещение предоставленное, за ремонт сделанный здесь, в частности, Веревкину Юрию Николаевичу. Аренда и услуги предлагают помещение под любой вид деятельности, от просторного офиса до обычного склада. Есть свободные кабинеты и в бывшем особняке на Пушкина 211. Это памятник архитектуры стиля эклектика. Здание построено в 1912. В аренду сдаются также помещения на территории Бобруйской крепости. Здесь свободно свыше 2500 квадратных метров. Один обойдется в 3 рубля. Удобное расположение и низкая цена. Всего на балансе предприятия здание общей площадью 24 тысячи квадратов. Из них занято порядка 15 тысяч. Срок аренды у нас фактически не ограничен. Мы всегда сдаем где-то от 3 до 5 лет. На усмотрение арендатора. Узнать информацию о свободной площади можно на сайте организации горисполкома, а также по телефонам на экранах. Чтобы снять помещение в аренду, достаточно написать заявление. Его готовы рассмотреть в течение одного дня. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.